Вот сейчас рынок пятничный, вахатлый. Вахатлый рынок сегодня. Мне сейчас даже не привезти по одной лире 10 килограммов опять черешни. Вот эта черешня 4 лиры. Вот это уже побольше, 7 уже. Вот. Потому что пятничный рынок немного дороговатый. Вот это 5 лиры. Эти по одной лире вот такие вот. Виноград. Üzümler ne kadar üzümler? 6 lira buradaki vinagrat 6 lira. Это же по одной деревне. Вот такие вот зеленые они едят, вот такие вот 3,50. Вишня здесь вот 7 лир. Вишня. Яблоки по 2 лиры. Вот они. А вот такие вот они за компот берут. На компот, на все такое. Их можно по дешевке взять. Тут же у них и промышленные товары. Вот, одежда. Футболочки, мутболки, трусы, мурсы, в общем, все есть. В общем, такой, это кочующий рынок называется, кочующие рынки. Каждую неделю в разных местах. Вот, пятница вот в ответном месте. Четверг я уже вам вчера показал. Вот. Здесь вот сливы тоже вот там, триллеры показывают. Дыни вот по 5 лир, по 4 штуки, штуку. Огурцы по 1 лире здесь. В общем, вот такой рынок. Нормально. Людей, конечно. Здесь для этих районов, вот обычно, кто ходит в этот район, здесь обычно такие дни площадка, большая площадка. Вот. Вот смотрите. Яблоки вот по 2 лиры, пожалуйста. Арбузы штука 5 лир. Вот. Здесь все есть. И сухофрукты, и такие зелень. Обычный рынок, чтобы вы знали, я геолокацию поставлю, чтобы вы знали. Сейчас мне привезут черешню по 1 лире для настойки. Я должен сделать 20 литров настойки, 20-30 литров для моих друзей, потому что как понаедут потом, вот, они любят его пить. Вот, угощать надо, тем более черешни. Вот. Ну, всех вам благ, дорогие мои. Вот. Пока-пока.